Так, все, вернулся я. Так, что-то там Паша. В общем, решающую игру Снун сделал на халявку, на удачку. В общем-то, Беллингбаста он зашел, просто не смог разведать этого. Это ютермал. Стиран понимает, что идет такой Беллингбаст, он просто с хайграунда ставит бункера 2 и все. То есть, как бы, ничего не сделать. Так, ну ждем братюню. Так, ну сейчас Димага должен набрать меня. Так, алло. Привет, Серега. Здорово, Дим, чё ты, Паша там? Паша там в игре, 2 на 2 с кассом, я так понял. Уже... Вообще на 4 на 4 уходит. Уже доиграл, как бы, да. А, доиграли. Раз. Здорово, Паша. Секунду, ребят, я туда присоединил. Сейчас касса. Да, конечно. Да, конечно, давай. Оп. Оп. Кидаем. Миша тут? Да. Здорово, Миш. Привет. Чё, как тогда, 4 на 4, что ли? Да, попробуем. Давайте. А давай 4 на 4. Прошлого сезона удалилось. Ты давай под нормальным аккаунтом заходи. А то баркод. Так, ну просто тогда наиграли куча игр на баркоде. Как рекламировать свой стрим будешь, понимаешь? Люди зайдут, посмотрят. О, Кас, надо его стрим посмотреть. Да, давай, согласен. О, так что... Ладно. Тем более, чтобы нас больше боялись там.
Сейчас там столько наиграно было, сразу бы каких-то топчиков кидало. А сейчас из-за меня будет на рейке, да. Так, что-то, Дим, ты не присоединился, походу. Да, сори, я тут переименовывал стрим, просто переименовал. Тоже. Че, поехали? Так, давайте, кто там главный-то? Да я вроде. Давай я тебе дам, короче, будешь ты жать старт. О, квалификация? Ну что, поехали. 4 на 4, ребята, кто там смотрит нас, заходите, нажимайте поиск 4 на 4. Надо уничтожать этих стримеров, вообще халявщиков-то. Расслабились, понимаете ли. Да. А так ты кому проиграл, Дим? Снуту. Снуту? Снут жесткий, да. Но он меня вообще хламину обыграл на микро. Ну, походу, уже закончилось, что стрим вырубился. Ну, баллингбастом, да. Ну, Снут, кстати, и выиграл в итоге. Да. Ютермала 3-1. Да, сильно. Обычные игры, блин, там что-то Ютермала совсем проигрывал. Ну, по крайней мере, две. Ого, а что это за карта такая интересная вообще? Fearless, это же мой никнейм на Америке. Ага, тут тебя забрал как раз таки. Типа бесстрашный? Да. Были времена. Сейчас каждый зерк, и я такой, упс, тихо спрятался в норочку. Меня нет. Ой, так, я стенку делать здесь не смогу, она далеко находится. А, так это карта, где один внизу и вверху золото на острове двойное. Золото? Во! Так, может, туда сразу можно перелетать, а? Как вариант? Да нет, ну ты только 5 рабочих же сможешь. А, 6, да. А, 5, да. Так, а что, мне сразу золото брать, да? Да. Вот это. Блин, нифига себе, у Димы золото, а что за дела? Не, ну там это очень нагло открытое, но да, в принципе можешь. Ну давай я попробую 4 на 4. Если что, вы меня это спасете, да? Я туда да, в 3 барака рипера играю. Давай. Хорошо, я тогда в Гелионы. Воздерга все-таки. Так, лайфхак. У меня тоже золото. Да вы вообще что ли? Ну, у Поми там на отшибе получилось. Посмотрите, какие зерки наши. Играл бы какой-то пул хату, мы бы сейчас его наказали. Вообще жесть. Кикспанды. Но мы сейчас с риперами можем, гелеными их прижать. Сейчас пошли, думаю, оформить. И барака. Ты зря третий барак перед вторым газом ставишь, нужно второй газ потом третий барак. Я же сначала здесь, я же сейчас играл через быстрый газ. А. Что-то тут у него очень позднее пул. Ощущение, как будто еще хату. Это не он. Не, это он, это тот же никнейм. Да, 100%. А может просто как бы проспал чувак. А, что за лаги? Зависло. Да, что-то кто-то, что-то. Погнали рипером. Погнали. Так пойдем на мейн, что здесь? Ну, можем карту убивать. Долбите. Действительно подлагивает так жестко. Ну да, сразу лаги. Взял рипера, сразу лагает, что-то под это самое. Не, ну рипера я по невнимательности потерял. А если умеете демага, знаешь, такой перевод всем остальным. Остальных-то я не рад видеть. А вот демагу.
Да, естественно. И нас все любят. Ваши тролли. Почему тролли? Нормально, честно, правда. Так, тут что-то вас... Не, нормально. Что, много, многовато, да, тут не... Адапт как бы ваши такой пофигист, я буду бить хату. Ну, по-моему, уже все. Хаты убили. Не, ну это только один, а тут четверо их. Не-не, мы уже не кармим. Да. Че, кого? Давайте. ЗР уже, нифига себе. Там Марик что-то сзади. О, май гад. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Настало. Поле. Нормально зашло. Ваши союзники вступили. Ну да, вообще. То есть карта такая агрессивная. А вообще жесть. Ну, по-моему, по-другому нужно играть, потому что мы очень пассивненько сыграли еще. Еще агрессивнее играть. Хотя, куда уж агрессивнее, разве что... Единственное, что я, как бы, хату построил первую именно на золоте, все. А так, в принципе, как оно. При том, что вы играете двойную такую агрессию. Ну да, да. Я не подумал, сказал, потом подумал. Как обычно. Ваши союзники. Что, поздравляю всех с первой победой. Спасибо, спасибо, взаимно. Это как бы... Это путь к успеху. Как раз таки один шаг, вот. Самый сложный первый шаг, вот мы его сделали. Это да. Там уже у меня в чатике народ собирается нас с ним перейти. Вы, ребят, давайте, как бы активнее, активнее, приходите нас колбасить. Кто-нибудь, кстати, не знает, выкладываются ли реплеи с GoFSK 2 капа? Не. Там же репортятся игры по репкам матча, я так понимаю. Ну кто их скачать может, как бы, хз. Никто, они как бы закрыты. Да-да. Там чисто для автомата результата и все. Там, ну это для что... ESL. Да, они, да. Они имеют эти реплеи. Угу. Они вот выкладывают только, я знаю, финалы месяца. Прикольно. Вот там сетка, и вот ты загружаешь, и там. Да. Кстати, по идее, во вторник, может быть, финал месяца будет. Да, будет, будет. Мне сегодня админ писал и спрашивал, буду ли я участвовать. Я говорю, ну да, почему бы нет? Ну да. Во вторник. Там вроде тоже кто-то из наших прошел. Ты, Дим, прошел? Я вот не знаю, посмотреть нужно. Стрэндж вроде там был. Может, еще. Я знаю, вроде точно Блай прошел. Это уже за новый месяц. А что ты по шрепке хотел? Посмотреть. Какие? Ну там как Ютерман против Лейзера, например, играл в таком духе. Просто я думаю, как мейджор. Ну финал у меня есть, кого, например. У тебя финал есть? Ну я ж стримил, да. А полуфинал, а полуфиналы Ютерман ну, против. Я стримил, Диму стримил, Да, да. Просто финал-то я весь финал я видел. Ну там получается, вот Ютерма как-то играл вообще странные билды. Мне не понравились первые два. Первые две игры совершенно. Потом я поэтому даже перестал смотреть. Если бы он ими выиграл, тебе, думаю, понравились эти странные билды. Ну они очень. Ну вообще, да, есть такая тема. Но там сами по себе они просто странные. Два циклона ранних в ТВЗ, не знаю. Или может быть, конечно, Снуд просто был так сильно хорошо готов. Не, ну он, наверное, на Habitation это играл, да? Ну, и на Habitation тоже, да, там первые две игры что-то он. Так против ранних врачей это очень классная тема. Потому что там сразу можешь третью хату наказывать, продолжая делать циклоны. Он, походу, он сделал не там первый, но увидел, что там нету пэт-пуша и. А у него сразу, видишь, переход потом идет в большой с инвизом. То есть там у него газа просто не хватает. То есть он сразу именно переходит и гелионов начинает строить.
продолжает. То есть какой-то. Ну такой в игру странный. Там начало вот идет через быстрый газ. При этом он заказывает сначала реактор на бараке, а потом только факту после рипера. Ого. То есть он сначала строит двух мариков, потом фактой попозже перелетает. То есть у него попозже идут первые два гелиона, но зато типа есть два марика, чтобы сбивать каких-то оверлордов, там типа в таком духе, наверное. Ну да, так как я, например, люблю залететь первым овером и все полить. Ну да, да, кстати. Ну ты вот, кстати, увидишь такую тему, то есть поймешь сразу, что там марики что-то строятся такие. Потому что после рипера идет, то есть реактор не очень ранний. Ну, в общем, не знаю, какой-то такой. Ну, по-своему, билд, конечно, интересный. Смотря какая карта, сколько лететь. А вообще, да, на некоторых картах можно успеть и как бы отлететь назад. Это правда. Да, да. О, по два. В центре какой-то замес будет. О. А мы вроде такое играли. Я вообще не помню. Это какие-то для меня все новые карты, не? Не-не, мы играли точно. Один раз, по крайней мере, мы на ней играли. Я помню, что был наверху стоял. Новый сезон, новые карты. Не-не, это старая карта. Это точно старая. Мне кажется, все... Я думаю, они нередко меняются там все. 4 на 4, как бы. Да. А, когда мы 4 на 4 так часто играем? Что тут вообще далеко экспанды, да? Ну и карта мега огромная какая-то, такое чувство. Два корана рядом. 6 бараков рипера? Или 2 до батл-крузера? Ну да, кстати. Нет, тут можно, кстати, порашить, если тут можно прыгать. А тут, по-моему, прыгать нельзя. Можно. Даже можно. Нет. Ну такая площадка просто. Хотя там такой барьерчик. Ну вот, я не уверен. Мне кажется, что это двухэтажное типа. Не-не, это один этаж, но просто там сам барьер такой, он как-то нарисован. Ну давай, рипперы катнем, будем давить этих двух. 6 рипперов? Да. А внизу пусть развивается наши ребят. Это не рандом, это обычный. То есть как раз протосом он и был. Это очень поздно второй газ. Да. И перед орбиталкой должен идти. Перед орбиталкой? Да. В ущерб орбиталки, иначе ты будешь сейчас сидеть и с одним бараком просто там, секунд 40 ничего не делать. Да, ну чуть дальше посмотреть. Подожди, они прыгнули или побежали, я чуть не понял. Прыгнули, а через эти они прыгают. Нет. А, через наши? Я не знаю, может наши вышли через рампу сейчас. Да, не, можно прыгать. Нормально, мне все. Нормально все. Не-не-не, давай-ка спросим, не будем, пойдем к первым. Смотри мне, Миш, ты ведь игру, у меня здесь то, что быстро опять же газ идет, меня, поэтому рипер нормально. О, рипер! Аккуратно, там тоже чиз. Уходи, там нет, там несколько тиранов, я вроде всех сохранил, давай, выживаем. Ай! Как так? Рипперы умирают. А, давайте убивайте. Паша! Обратно, давай, давай. Фокус, фаер. Я там не понял, там два тирана, которые рипперы играют. Откуда там может рипер? Много. Протос. Бегут очень много. Там и ленги бегут, короче, много тут что бежит. Вот они нас давить хотели. Да, тут два тирана. Аккуратно, там ленги уже у вас. Миша, там рипперы. Может, мы стенку как-то сделаем? А у вас что, нет? Ни хрена тут! У вас здесь есть стенка. А, что-то все печально, мне кажется. Меня рипперы там отдали сегодня. Я в контратаку побегу. Посмотрю. Ваши союзники вступили. Держись, Миша, держись. Ваши союзники вступили в бой.
Может, не, ну стенку или? Нужно было закрыть. А, так это у меня, точно. Я же просто не хотел, да, чтобы это... Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Ой-ой-ой, куда я забежал? Че, погрызли? А, вижу, там мы возвращались, да? Куда я забежал, короче? В глухую степь. Ой, КСМ, Оракл, нет! Лол! Блин, а я грел, скоро на Феникса был. А ну чё, нормальные. Строй, строй, я там сейчас... Чё, где Мишка, Мишка, надо идти куда-то, да? Да я вот думаю, что нужно идти. Ой, блин. А что, во что они взорвались? Я иду на Протоса. Тут нас встречают постоянно. Ты минерал есть на туретку хотя бы? Да я сейчас минку сделаю. Сейчас я Протус у всех пробок убил. А, ты Протус там убиваешь? Протус. Там у вас аккуратно. Атака идет. Ваши союзники вступили. Ох, ничего себе. Да там миллион просто этих риперов. Там реально масс рипера. А ко мне снова летят. Блин, меня туретка не заскалась. Что за ерунда? Взорвало, так взорвало. Да. Нормально, тут минус больше ВК сейчас будет. Хорош. Это хорошо, потому что мы с Пашей же... Терпите, ребята. Посмотри, что тут. На стриперы, подходи. Да. Потому что они точно ко мне будут. Погрелок, прячься. Это не да, он точно. Союзники вступили в бой. Сейчас там раскачанная база. Пирамата. А нет. Ваши союзники вступили в бой. Хорош. Ваши союзники вступили в бой. Наши зомби напали. Ваши зомби вступили в бой. Да я не знаю. Ребят, стоит ли? О, походу да. Когда они уже готовы сдаваться. Ваши союзники вступили в бой. Рипперы запрыгнули, да. О, блин, что-то чизить сложно. Нормально, мы же вообще тут изи спали. У нас никто не упомнит, скоро карьеры будут строиться. Сейчас. Да, уже этих-то убили. Пока, видимо, не дико сильные на отборочных пацаны идут. Да. Нормально, нормальдос. Плотненько. Танцы под грелками. Да, неплохо было. Я там лингами под грелками бегал. Грелки просто жарили чужих лингов. Красоте. Привет, ребята, всем привет. Да, ребят, всем привет. Сейчас там лёс посмотрю. Ребят, заходите в StarCraft. Нажимайте поиск 4x4. Ну, как бы, и с нами сыграете, и выиграете еще. То есть, как бы, вообще прикольно будет. И вам, и нам хорошо. Да. Лёс, да-да-да, до киви дошло, все отлично. Если тонул, тоже можно. Ну просто жмешь поиск 4x4 и что-нибудь находится. Конечно. По-любому. Да, у нас же квалификация, поэтому. То есть вам просто даст рандомных союзников, это да, но... Ой, блин, так. Кто-то будет ругаться, что типа, кого мне дали, черт возьми. Три ТП. Три чувака из одной команды. Так это те же самые. Ну, СТС был.
Подождите, другие, я что-то не помню. Все, да. Все те же. Все те же? Okay. Вот трое точно. Точно было, я вот тоже запомнил. Ну, значит, да, значит, все четверо. Нифига у нас тут стенка такая интересная. А, тут все вместе мы живем, типа. Да, только экспанды как-то. Экспандами, да, сложно. Получается, как и просят, типа, чтобы мы пушили. Блин, я что-то пропилом, да, был. Это карта темная, да? Да, это такая не прикольная. Голубая такая. Ну да. Не очень приятно, конечно. Ну опять про Димагу что-то там говорят. The beast я of the gizzy, фраза Димага. Вот. Видишь, я умею читать по-немецки. Нормально. Я знал, что вы еще кто читал. Что-то тут ходит, вынюхивает. Фотоничу собрался. Вынюхивает. Где спрятаться? Ну, блин, ну Дима, ты издеваешься, ты специально уже, наверное, эти экспанды под меня тыкаешь. Так а где мне взять? Вот какой мне экспанд? Ну хотя бы здесь, я не знаю. Нормально, ты нормально, Дима. Возьми, не слушай его, не слушай его. Вот видишь, ты можешь перелететь. Имба, имба. Вообще. А куда? Планетару ты сделать. Золото где-нибудь за ней. Как бы на карте нет, не надо. Чтобы только доходилось, пора ее брать. Че, реперы полетели? Да. Только я за пробкой. А где пробка? А, здесь. Зерг, у зерга экспанд. Право тут. Часа. Золотых минералов нет, но карта, конечно, огромная. Я только полетел, да, туда. О, Заргейсфан, зайдем? А там ничего нет, пойдем дальше. Ух, что мариков много было, да? Что-то, да, как-то перебор небольшой. Сейчас они к тебе тоже придут, блин. А, кстати, да, они ж придут. А, ну вы нормально это разбираете. Да, мы с Рипером. Не-не-не, я... Тут как бы мы миллионы, если что, сейчас как бы... Сразу... Я жду скорости хотя бы. Что-то линги побежали. Не, ну я не хочу туда подниматься. Нет, давай, может, давай. Это не, мало еще. У меня, да, у меня батл тоже. Надо с ним много. Я одним линдом пробегусь. Линги какие-то бегут красные. Пиш-пиш-пиш, реперы. Ой, что-то мне линги и марики. Ничего себе, мариков. Делаю, у меня парочка, пятерочка беллингов будет. Думаю, можно пойти в атаку будет. Можно. Еще. Ну, Серега там хорош, хорошо, хорошо. Предлагаю гол. Давайте, я столько беллинги медленные. Давай, давай. Окей. Ваши союзники. Так, 10 дрончиков убил. Ваши союзники вступили в бой. Ну, Марик, в бедных беллинги тоже так просто. Я вижу. Блин, беллинги выживают. Я не успеваю их убить. Ваши союзники вступили в бой. Да ну чёрт там мой. Чё-то вы там убили, всё. Да. База союзников подверглась нападению. Дарки? Дарки? Да, причём только у меня. Кан есть. Не любят меня, ну да, если виниты еще были.
Ну, тут пару лингов есть, может скан кинуть с СТВшками. Ну давай, давай. Попробуем. Ой, давай, били, били, били. Хорош. Все, нормально, там убили все. Да. Я много потерял. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то тут это... Я вообще ничего не понимаю на этой карте. Я, блядь, ты даже не вижу, да, какой-то туман, блин, непонятно. Серега, у тебя на мейне. Что, дарк, что ли? Да, действительно, у меня на мейне. Ой, Гидеона. Так, будет свет там, где у Сереги вот здесь дарк? Давай я сейчас... Не, я не вижу просто. Вот батл крузер где. Спасибо за поимку линга оперативную. Ваши союзники. Так как там у меня там Гирена? О! Прикрытие есть. Нет, ну, эту карту вообще надо вытерпать. Да-да, реально. Да не, ну нормально. Единственная макро такая карта. Ладно. Единственная. Ой, куда? Сколько Марика? О, что? Я думал, мы уже выиграли эту игру. Там и сталкеров очень много. Да, они еще живут, я так понимаю, вообще. Они мне экономику очень сильно убили, то есть у меня 40 лимита и слабая экономика, что смотрите. Типа, что, да, кстати, варфризма, в курсе есть что-то анти... Да я видел, она ко мне уже летала, дарковар. Нет, ну я убил, одну я убил. А ну помню тут с братком, он, конечно, ташит слово. Вдвоем. Ага. О, очереди тащим. Че кто-то вышел? Пока моя очередь с ним никак не придет. Так, что-то там это. О, блин, ладно, не туда. Сталкеров разбираем, да? Ух. Куда тебе? Так пошел. Меня двумя. Резко, резко ты. Ну, такой помощник тирана вообще. О. Нормально. Нормуль. Это уже третья победа подряд. Ну, как бы... Показательное чувство. Вот. Где мои ачивки, да? Три победы подряд. 4 на 4. Так, я, наверное, микрофон чуть-чуть вырублю. Вообще. Перекушу. Вот только Миша может как бы тренироваться на ледере и при этом еще кушать. То есть нормально. Ну, а что, время не терять. О, это карта, кстати, которая 2 на 2 тоже используется. Прикольно. Тут карманы есть по 2 экспан такая. Да-да. Погнали. О, Дима. Опа, да. Другие какие-то как пацаны. Изи, Паш. Вы тут понакатаны. Что у тебя за сегодня за победа была? Тебя выиграл. Ну блин. Как мне на это реагировать? Не, ну я вообще сегодня нормально отыграл, я прям вот. Я согласен. Там говорит, что менеджера убил. Менеджера, Блая 2-1 тоже. Ну да. Я Блая давно уже вообще не выигрывал. Красота. Зато у Блая 6 там 700 почти ММР на ладере. Как он будет говорить? Вот... Маджера то же самое, кстати. Да-да. Как вот с братком перед Starliner, по-моему, он говорил, ну у нас 400 ММР разница, так что я легко должен победить. У вас же тоже 400 ММР разница. Походу решает. Такой тролль. Но он слушает стримы, по-любому. Да, Блай, привет.
Ну да, потренироваться сейчас и перед ВЦС 17 года. Ну что-то я посмотрел, там турниров вообще не добавили. Стало их даже меньше. Меньше даже стало, не? Чего меньше стало? Турниров, не? ВЦС. А сколько? Ну было 3 в прошлом году. Да не, больше было этих ВЦС церквы. А, эти, в смысле, я понял. Там и ей, которые вместо ЕМО. Ой, тут раз, пацаны. Вам нужно Паша. Нужна может помощь? Быть, да. Нам нужна помощь. Ваши союзники. Так, я стенку сделаю. Рипер, не дом? Рипер, ничего тут не нужно, все нормально. Паша сам отзобьется вообще изи. Да что ты не уверен, что там много лингов бежит, да? Не, у меня сейчас второй рипер идет. О, по красоте. Ну, Лингу, кстати, там у них 3 зерга, что ли? Не знаю, но 2 точно. Ой, скорость. Ну, у нас же сила. Не скоро, это 14 и 14, потом не скоро. Ну, прям, у меня больше Линга, нормально. Хорош. Ваши союзники. Ой-ой-ой. Сори. А не, нам пол снег. Рипера. Паша 10. Мы 20 килсов уже имеем. На убивали. Бегут. Ну да, когда танкует, это прикольно. Я здесь, среди теней. Подожди, Кротос есть, поэтому поставьте всяких воздушных юнитов. А циклон едет. Два циклона едет. Не, ну я могу, в принципе, сам сейчас их убить. А, да. Ты можешь так убивать? У меня много линков, хотя там пробежало, помню. Вижу. Тут... Я пошечка закрыта, главное. Ага, они все бегут, смотри, вычать. Ваши союзники вступили в бой. Только играть начали. Чё-то да, у пацанов не получилось. Пригорюнили. Разработка завершена. Ваши союзники вступили в бой. Найс. Саратов пишет. Нифига у вас тима, я бы попал на вас. Ладно, обосрался бы. Да, тима у нас плотная, такая жесткая. Непростая. Ну да, что-то пока никто не... А, еще квалификация. 4-4, наверное, не дико много народа играет обычно. Если только так вот стримы видят, может снайперит кто-нибудь. Скорее всего.
Ребята, заходим в StarCraft, нажимаем поиск, ищем и уничтожаем. Показываем скилл, как надо играть и все в таком духе. Ну, кстати, может быть, нас сейчас начнут снайперить, там же любили. Как раз таки Burning, там, Крит. Да. Угу. Вполне возможно. Они же как-то там это, играли. Ну да, выигрывали у нас. Тем более расслабиться можно, что там не так напряжно, как один на один весь день катать, там потом 4 на 4. 100%. Я вот думаю, 30 числа ГГ года кончится, может 31-го кинуть, подумать матчи там, шоу-матчи 4 на 4, 3 на 3, что-нибудь пильнуть интересное такое. Да, подумать будет. Как раз там днем, там, перед вечером, да, как бы, наверное, все будут стримить 31-го, хотя хз, как бы, у кого какие планы. Вот. Да, еще неизвестно, то есть там, будет ли доступ к компьютеру, но так, если будет, я думаю, конечно, я бы с удовольствием поиграл. А что, только ты уезжать собираешься? Не, я просто к родным, то есть, ну, что там, получается, не будет StarCraft'а, то есть, да, то есть, если не дома, в общем, буду отмечать, тогда... получается будет не смогу постримить, поиграть. Понял. Так, а подожди, а кого ты хочешь пригласить? Ну вот предположим, мы вчетвером, там, я ладно, не знаю, вот кого-нибудь, ну, можно как бы вообще фановое сделать, там, я не знаю, какого-нибудь Абвера, Майкера, ну там поделиться равными составами, позвать еще кого-нибудь там чисто, ну вот кто с гудгеймчика, или нам, например, каких-нибудь тоже жестких найти товарищей, там, ну, вот, кто захочет, например, поиграть. Там, не знаю, Блая с кем-нибудь, там, не знаю. Вот как раз-таки Майкер, Абвер, Блая тут. На деньги, как. Ну, типа, можно там на запилить события, может, даже на ГГ скинуться рублей по 500, как бы. Не, ну это уже сторонние там нужны какие-то товарищи. Не, ну а подумать просто, да, как бы, ну, просто весело было бы там 31-го людям, ну, что-то надо подумать, да, будет, еще время есть пока. Это да. Что-то, пацаны, никто не жмет поиск, как мы натренимся-то к матчу, если вы не играете вообще, мы же будем слабые. Да, ребята, помогите нам, поддержите. О, спасибо. Так. Угу. Снуфи, это такой, я помню, ну, никнейм, да. На, что-то он что-то знакомый. На всяких гуфу и Скай видел частенько его там, как бы. Ох, нифига нас раскидало. Диагонали, я смешаю. Фига, интересная карта. Моя с Пашей, да. Та же карта, да. Что мы только что играли. Так, погодите. А, все понял, я тут застраиваю опять базы. Еду. Ну, уже приехал, короче, пилон ставить, поставил. Нормально. Короче, Паш, делай стенку. Придется халявить, раз такой пилон поставил. Вынуждает. Да. Ну, это слишком большой фейл. Придется нагонять. Барак Риппер этот потом. Ну, два уже строится барака, так, скорее всего. Угу. Чизерки. Так, к
V52 пишет. Ну вы и приколисты, на вас надо Innovation, Dark Hero и классика натравить. Не, братан, такие мертвецы нас не потащат. Нас чисто только СНГ, мне кажется, выиграть можно. Других вариантов тут просто нету. Старпор, Старгейт, вернее. Протоса. Ваши союзники вступили в бой. Блин, а если они вдвоем ретерпор будут делать? Дай-ка я тебе там пилон поставить, попробую. Пока не летит никто. Хоть выход будем делать, или... Феникс. Феникс, интересно. Я тоже, а то я тоже два Старгейта оставлю, короче, чтоб, ну, если там и будет такой... Раз... Может, не увидел. Да. А с какой стороны Феникс прилетел, кстати? Ваши союзники вступили. А, все понял, да. Оракула налево просто хотел запилить. Ох, ни хрена тут репер меня встречать, либо. Вот это ты прыгнул. Это да. Это я хорошо зашел. Друзья, но они могут нас выиграть. Такими прыжками. Да. На самом деле. Миш, может мы пробежимся, убьем. А, так ты уже поехал, сори, не видел. О, почему, кстати, о, нужна ваша помощь. Блин, ну, сейчас бегу. Оракул скоро будет, Паш, но пока, короче, чё-то ничего нету. База союзников подверглась нападению. Тяни время, Паша, пока старайся. Да, да, да. Ну, нормально вообще сейчас будет. Тогда я не палю Оракула, к нему полечу, раз Дима прибежал. Спасибо, ребят. Телепортация завершена. Ваши союзники вступили. Там, походу, вообще масмарики, наверное. Или другого, что ли, или нет? Или... А, нет, Рик. Низ, лови, лови, гелики, гелики. Ваши союзники вступили в бой. Так, 16 КСМ окружит челу. Ваши союзники вступили в бой. Че, заходим, может, тогда и зайдем сразу наверх, очень просто. Ваши союзники вступили в бой. Да-да, так можно и зайти. Ваши союзники вступили в бой. Феникса, вижу, Феникс сейчас летит воздух мой. Сейчас прикрою, пацаны. О, давай. Сбегаем или не будем? Смотри, экспал. Союзники вступили в бой. Телепортация завершена. Эвакуация. Телепортация завершена. Ой, сори, ринги. Ваши союзники вступили в бой. Телепортация завершена. Там гидралиски, ничего себе. Ого, нифига себе, алло. Вступаю в бой. Правда, их маловато, я так понимаю. Три штучки. Ваши союзники. Там уже гидралиски. Ну это... Победа. Ну там еще два бегут. Еще четыре. Это просто победа. Вот на что у них ставка-то была в игре. А, вот. Если бы еще немного времени, гидралиски. Не-не, если бы 7 рейнджа, гидралиски бы зарешали. Не скрывай
приближаются на поле битвы. Ваши союзники вступили в бой. Так, ладочка. Керан влетает. Прилетел на золото, там Миша уже на золоте. Но с Мишей это сам поаккуратней с макро надо. Разработка завершена. Противник обнаружил нас. Я вижу нити судьбы. Дай мне звук. Небеса зовут. Она спонсирована. Телепортация завершена. Она спонсирована. Где скрываются нас? Что-то там тебя... Летчик у нас какой-то есть. Сама летающий. Скорее. Дай мне знак. Месторождение не... Ваши союзники вступили в бой. Телепортация завершена. Улучшение завершено. Телепортация завершена. Месторождение минералов истощено. Ваши союзники вступили в бой. Сейчас, скорее... Небеса, поле исчезновения. Наглец, наглец, Терн. У Миши под носом собирает минералы мулами. Скрываются. Где скрываются наши враги? Скорее, поле. Небеса зовут. Миша еще тот тролль. Туретка хочет забивать ТЦ-шку. А, ну все, там уже крепится. Где скрываются наши враги? О! Лига? Ну что, мастер-лига? ГМЛ? ГМЛ, стопудово. Почти. По 4 на 4. Оп, алмазик. Алмаз, норм. Да. 5-0-то, а? Красиво. По красоте вообще. Привет всем, кто недавно пришел, пацаны. Сейчас поиграем еще минут 40. В 9 часов там кланварчики будут. Вроде команда Стрэнджа там играет. Постримлю, может он будет играть на Варде Тим Лиге. У меня чувак зашел в чат на Твиче и пишет: «But why, Каз? Why you kill me?» Каз, зачем ты его убил? Сейчас мне еще чуть-чуть осталось. Докушаю. Приятного, приятного аппетита, Мишань. Угу, приятно. Спасибо. Что ты там кушаешь? А ну расскажи нам. Капусту фаршированную. Блин, давайте сейчас это, то... Не, я просто только покушал недавно, поэтому я... А, я наоборот. Тут два протаса, два терана. HyperX, кстати, там теран. С командой. А, это с ликвидов? Из ликвидов, да. Теран, да? Значит, баня. Почему не геотермал? А, кстати, тоже может... Точно. А ты же рун. Вот это самая матрицная карта, наверное. Димон, да? Нужно побыстрее экспанды занимать. Не, ну я твои не буду брать. Так
какие мои, нижние или верхние? Что... В центре, на половине противника. Нижние слева. В центре на половине. Хорош, Паша. Тут пилоны едут ставить, мне кажется, будут... Это поехал к нам. Я надеюсь, что там не пилоны все-таки. Ездит, ездит. Я думаю, что все-таки тут будут фотоник, не? Поехал ко мне на лоу-граунд, походу фотонит пес, не? Ну вот тут пилончик сейчас вот будет. Будем посмотреть. Да, фотонит пес. У тебя фотонит, да. А тут он не успевает. Как мне Димаги говорил, что если фотонит, нужно свою фаржу ставить. Не, так разные карты есть. Ну тут как бы пригодилось бы, по-моему, он тут за фотонит. А, еще пробка есть, посмотрим. У нас погоня с Пашей. Криминал по коням. Короче, если я там засмотрю, чтобы за газом-то не застроили. Воу. Застроили что-то. Да нет, какие-то пилоны, он просто пилоны ставят, короче. Это сейчас мазершип типа прилетит, да? Ладно. Ой, блин, это супер застройка. Может он какие-то там... Ваши союзники вступили. Ладно, давай, воюй. Ой, что-то U-Thermal, походу, не контролит своих риперов. А все-то его называют королем риперов, а тут такое. Потратил контроль на голф ОСК просто, ну, устал. Да, снютрип, без морали. О, походу этот протест решил макро играть, газы добавляет. Оп, что, два рипера пролетели. Вижу, два рипера. И мы осторожно метом сейчас. Я не вижу, а, вот, блин. А, так пришло сюда. Нет, он дамажит. Блин, мне нужна помощь здесь нам, ребята, помните еще? Я Гулеонов первых заказываю, Риппер тоже идет. Но они там сильно алыновые. Блин, там Зиут просто. Жесть, не общите. А, ну так есть мазерши вообще. А, так вот, они прокси браки. Прокси. Я думаю, что-то как-то быстровато. Ваши союзники вступили в бой. Ну, я их чуть-чуть отманю, сейчас уже глионы будут. Блин, ну риперов здесь реально много. Да. А вы там вообще ничего себе разваливаете. Ваши союзники вступили в бой. Да, он в тему. Я здесь. Среди теней. Пять риперов. Ваши союзники вступили в бой. Усили. Аро. Тратаха. Пространственные струны настроены. Да, у них спандов нет. Ну и что, сталкеры. Ваши союзники вступили в бой. Так, выносим этого ликвида. Прокси. Телепортация завершена. Ваши союзники вступили в бой. Я вижу, помните судьбу. Понимаю. Ваши союзники вступили в бой. А, он решил полетать. А, это пенится. Телепортация завершена. Ваши союзники вступили в бой.
Куда они этих двоих отдают? Да там других уже отдали. Телепортация завершена. Ваши союзники вступили в бой. Там танк! Не-не-не-не-не-не! Просто минус полпачка минга. Что-то они там уже и разжились. Сейчас фениксов. Получили ресурсы. Кстати, да, это тоже есть такой момент. Ну, все равно же проиграют со временем. Вопрос когда? Усиление псионной сети. Будем надеяться. Дайте вот. Сейчас. Я пытался подцепить. Телепортация завершена. Боятся они, не подлетают. Телепортация завершена. Скорее. Раз. Телепортация завершена. Пусть лишние минералы. Телепортация завершена. Сейчас скину, сколько есть. Нормально. Телепортация завершена. Ваши союзники вступили в бой. Улучшение завершено. Много там фениксов. Вообще простая тема. Ой. Направляем. Усиление. Сейчас рейндж доделается. Там уже викингов много. Да, все норм. Кстати, надо проверить вот эти базы, потому что что есть там. Там все еще есть, да, они там все. Да, да нет, там не было. Вот посмотрите на нашу карту, мини-карту. Там все плохо. Да, да, вообще, конечно, печаль. Псионная сила. Золото, лол. Вот это наглец. Блин, все здесь в чем экспанды хотели поставить. Next, дешка. Ага, все такие подорвались, смотрю. Давайте я так и сделаю, так веселее будет. Не, ну я ехал туда уже ставить рабочим, я же приехал первый. Да, что летел. Нексус. Читер! Серега читер просто. Вообще, да. Я вижу. Ладно, тогда не здесь. Ну что, развиваемся? Да. Я развиваюсь. Ну я темпеста сюда ставлю точку сбора сейчас. А, они же все так жестко, они. Ну все равно 10. Посмотрим, как 10 ранжа работают. Нормально, кстати, работают. Там же туретки вообще по сколько? По 7 без апгрейда, да? Ну да. Ладно, вот это. Изи. Так. Танки уже начинают подходить. Они с туретками и танками решили. Желаю вам удачи. Генетическая матрица активирована. Не могу, тебе точно нужно крип тянуть? Я там экспанды не могу ставить. И тут ты нам нашел причину. Ну придется мне поставить, раз ты уже вспомнил про этот экспанд. Чтобы мы не отстали случайно по макро от оппонента. Они уже нас как бы троллят.
Именно они нас. Дай скан. Нормально залетело. Кто-то мне спрашивал, а че ты на воздух не играешь в профиль зерка? Сплит, пацаны! Борзые. Не знаешь, что танки сейчас с Friendly Fire'ом очень жестко бьют? Можно просто молами закидывать. А ну давай. Да мало удаю. Вот. Вот Паша, видишь, что происходит? Вот так, они агрятся на танки, походу, да? Долго мы к штурму готовились. Это да. Ну как долго? 12-я минута. Ну хотя бы. Где-то в бронзе там только начинает юнитов делать. О, следующий переход. Мастер Лига. 173 ММР, нифига себе. Это ого. У них ММР больше. Как бы крутые чуваки. Да. Больше, больше. А ну-ка посмотреть. Какая у них статистика? Ого-го. 31 победа, 20 поражений. Нифига себе. Не... Сыгранные. Роботы. Ну да. Хотя нет, это соло показывает почему-то. Нет, команда. Каких-то парней нашей лиги. 11-0, 4-4. А зацените, вот в нашей лиге на 8-м месте какие никнеймы. Так, сейчас. Бе-бе-бе-бе. Да, там вверху ЦЦЦЦЦ, а под ними МММММММ. Внизу там Вол-Вол-Вол-Вол. Это все кланы. Да. ЦБМ. Оп, что-то нашлось. Снова тимлики. Марио опять. Ну да. Три Терана. Ого, и Протос. Это я тут один бедный родственник, да? Угу. О, что-то после патча я не скажу, что ты бедный родственник. По-моему, это после мы... последнего, да? А что последний дал? Там, по-моему, ничего. Профессионал. Не, ну я знаю, что там маленькие изменения. Циклонов подняли. Там еще вайперов не сделали патч. Здрасте. Видите, что хотят? Ну, профессионализм. А что, уже есть этот патч с Банин Клаудом? Да. Так сразу же вышел, Миша, еще 8 числа, ты че? Да? И ядру понерфили, ну да. Я действительно профессионал. Ох, блин, знал бы, я бы против тебя мех играл. Ну как так? Он же тебе играет, блин, да? Ну да, Близзарды говорят, что да. Ну, раз Близзарды надо говорят... Надо послушать Близзард, да. Да. Когда Муслим говорил на своем стриме, что он чисто чатился с Давидом Кимом, типа фидбэчился, и говорит ему, типа,
что мех не играбелен, типа, а он его спрашивает, почему? А Бен говорит, типа, ну из-за Вайпера, Бланин Клауды. Он говорит, ну ты просто берешь, складываешь танки и перераскладываешь там, где облака нет. Как бы, в чем проблема? Муслим говорит, да нет, ни в чем, уже ни в чем. Говорит, проблем нет уже. Ну как можно дальше? Ну он говорит, что да. То есть у него там был стрим, он очень тильтовал по поводу ТВЗ, и он это рассказывал. Говорит, вот в последнее время. Говорит, может он как бы меня троллил, но как бы это не было похоже на троллинг. Просто он говорит, он не играет на профессиональном уровне. Если он не на полном серьезе, конечно, так отвечал, то это, конечно, печально. Да. Ох, меня застроили фотонками, нихрена себе. Ой, тут и прокси-бараки, ребят. О, блин, а что мне делать-то? Блин, а это тоже стройского маленько. Чё там, фотонком-то у нас вообще? Перелетай, Паш. Опа, меня застраивают, смотрите. Жесть. Прокси, блин, я растворил, Дима, оверлорд. Блин. Это спасает. Это у Рипера, если честно, подумаешь. Да-да-да, Рипер сейчас его убьём. Ну фотонки, как фотонки отбивают? Не знаю, ребята. Ваши союзники вступили. Танка делаю, я танка сделаю. Прилечу к тебе и отобью, но это будет 10 минут, полторы. Окей, я пойду туда просто сохранять. База атакована. Дима, я тебя немного золота собираю. Хотя, зачем мне лететь? Я могу просто прийти к тебе там. Ваши союзники вступили. Жесть. Там барик там. Да. Ваши союзники вступили в бой. У них уже танк есть. Где оттуда? Подожди, нет, там на мэйке. А, по красоте. О, он через холл позишн, Дим. Да, так я фук уже всех рабочих. Вот теперь можно играть. Это что, фотонил, да? Ну сейчас да, танк. Там еще фотон еще. Так, ну, у меня тут пилон один, думаю, можно сбить. Ваши союзники вступили в бой. Он еще спрашивает. Зафотонил двух игроков и спрашивает. Что они так сделал? Кого первого отбивать? Ну помидора спасуя? Серега уже все отбил. Мне бы вам фотонку убить. Давайте навалимся, может, фотонку сдрох. У тебя-то там? О, да, блин, там выход идет, там, ребят, выход. Там тут там пиздец, не знаю. Писец, танков ебал. Он что-то писал, а сам... Жесть. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Что ж там танк так долго-то убивает? Спасибо, давай здесь нам помогать. Ваши союзники вступили. Там такой коцанный там, говорит, все там. А я сейчас либератор отдел. Не дайте вообще. О! Давай, Вейдрей, сколько же он танков этот Вейдрей набил? Еще что-то их тут много. Бегу. Знаете вам, либератора сверху. Ваши союзники вступили в бой. Не-не-не, туда я не пойду. Ваши союзники вступили в бой. А че вон не идешь? Пошли? Ну теперь идем. Танкуешь. Ну танка в этот Ромарио, конечно, строить немало, я как бы не то.
любитель танков. Там Марик, что-то там много пришло. Марик из точки инфанта. Ваши союзники вступили в бой. Фигайся, этот Ютермал неплохо играет. Саня, тащи за всех. Так у вас все нормально. А там, кстати, мы только одного убили, там же трое остались. Ну, там да. Реально можно проиграть. Слушай, это да. Так а мы не шутим, чтоб ты тащил-то. Я мех выхожу так медленно, на расслабоне, я думал, знаешь, что... Что резвый какой? Все там уже тащат. Тут цех понастроил. Оп, смотрите. Ваши союзники вступили в бой. Так, сейчас. Эй, мущу. Союзники вступили в бой. Убиваю КСМ-ки. Хорош. Оп, смотрите, тут золото что ли? Я чуть не понял. Ну да, нифига себе. Причем двойное, да. Жесть. Крамсай. Ваши союзники вступили в бой. А мне так круто, я налево иду и все экспанды золотые. Абсолютно. Кстати, все. Да, один за другим вообще. Прикольно. Дай денег, если что. Раз такое дело. У меня тут минералы тратятся. Все хорошо. Дай понаслаждаться. Да ладно, ладно. Смотрите, там золото пока живет, живет. Да, золото не знаю, мне не пробить. Ну скоро закончится, мне кажется. Слушай, там золото такое здоровое. Там большое, там много, да. Так как два золота, 12 кучек. Жесть. Да, да, да. Кто-то там стоит. Редкий мне тут обстраивается, гаденыш. Какие выходят? Нужен хелп, Миш. Или кто-то. Ага. Очень много танков бил. Есть ли что у вас, ребята? У меня рипера. Что? Там просто жесть. Не-не-не. Пару кайров есть, о, тут мухи в секунду закончатся просто. Ну танки, если вот так, в принципе. Ваши союзники вступили в бой. Да не лезьте позиционно, деритесь пока. Фаерболы побросать по возможности. Лишний газ дайте. Да, тут газа как бы всем нужно. Окей. Хотя тебе на что? Может что-то. Правильно, Джерал? Да, только ну. Мимо свой дроп, ребят. Ага. Ой, Серега, я сейчас либераторами буду выдавливать там. Хотя у нас тут есть. Тут за три икры едет. На муве просто. Привет. Ты куда поехал, Каш? Это байт был, да? Ребят, ребят, помогите, там мне на мэйне мелить, мы тут убиваться. Я там тирана убиваю, конечно, экономику. Смотрите, пробочка тут стоит. Орудие мести. И с чем есть подбрейте. Место рождения минералов. О. Ваши союзники вступили в бой. О, сложились. О, пошла, пошла, катушка. Все там развлекается. О, о, сложился. Ваши союзники. Братушка, ты куда? Что, пошли дальше? Без скана как-то неохота туда мне подниматься. Ни хрена там танков. А, да. Потихоньку будем выдавливать.
Изи. Ваши союзники вступили в бой. Ой, фура. А, хотя они по мушкам стреляют, прикольно, мать. Удобно. Прям в осаду. Ваши союзники вступили в бой. Тур больно, конечно, нас стреляет. Сейчас буду вас с островом вопрос решать. А так тут можно обойти их так внизу. Ваши союзники вступили в бой. Все карты очень сильные. Он уже в парке занят. Ваши союзники вступили в бой. Да, чик, это как-то жесть. Оператор тащит? Дайте на золото кто-нибудь. Заселяйтесь сюда. Оператор вообще божат. Ваши союзники вступили в бой. Так, Серег, у тебя в это... Ой, Дима, все на золото. Может, нет, может... А может, на халяву убьешь все. Что-то я термал не доконтролил. Да вообще. Расслабился. Слабенько сыграл. Я перепугался в начале, не самом деле. Я единственный зерки, прям я... На фронте танковал. Потомки всегда напрягают. Всегда не знаешь, что выигрываешь или проигрываешь. Ну так еще необычно, главное. Я сижу спокойно, развиваюсь, никого не трогаю, раз начинают стрелять и чихи. Причем с хайграунда. Да, ну, блин. Опасная штука. Ты ж профессионал, ты же должен эти карты как бы изучать. В чем дело? Я еще полупро, я еще не вырос. Да, про. Кто-то же тебя на стриме смотрит. Он уже берет себе пример. И он будет знать, что его также будут застраивать. Посмотрят так на нас, посмотрят, как мы потеем, и такие, да ну нафиг, это ж так трудно, не буду. Один лефт, это ж какой-то там в 3-3 вроде крутой чел, да, там был? Ну да, они да? Команда. Чё, может, они еще кого-то одного взяли? Давайте что-нибудь быстро. Нет. Это, а то клан вар скоро идти мне надо. Какой клан вар? Ну или просто четко. Да там все, ну, вардия, это тимлига. А-а-а. Там Стрэнджер вроде, Псишторм, там... Псишторм Гейминг там с кем-то. Играли, да. Стрэндж должен аукил делать. Ну вот я и думаю, будет он там играть или нет. Так, у них же только 3 игрока, он точно будет играть. А, да? Сколько... Тогда да. Если только кто-то не выиграет там 4-0. Ну, навряд ли Тру будет играть, понятно, с Америки. Кто-то из Европы будет играть, скорее всего. Кто там еще есть третий? Я вот не знаю. Ну, вроде какие-то крабики есть. Слабенькие игроки. Ну, тогда Russian. Ну, я как бы 2 барака играю, да, сейчас. Вы поняли, да? Каз. Да-да. Вижу. Опа. Хитро. Я как раз думал в танке сыграть, а вот кайфово. Что за фотоник? А ему, во-первых, вижен нужен. Если тут никто не проедет, то разве что оверлорд. Да. Ну да. Нужно просто смотреть.
Я сейчас сталкер подвышу, две штучки будет, я думаю. А, я просто сверху с хайграунда. Я, в принципе, Марика могу. Аккуратно, Марик. Я зафотонил. Так, вижу, но нету. А, ты... Опасный, да. А смотрите, как бы шоприперы не пролетели. О, Дима. Овер, овер, видите? Долго-долго. Иду, иду. А там фотонка это уже не достает, так что все нормально. Да, тут да. Но надо ему не дать на гору спрятаться. Полетел, полетел на гору. Хитрый уже. А круто зафотонил, зато... Сработало же, фотонки достроились. Круто сработало, тут бы фотонил. Коми молодец. Какой-то поляк, они вместо С там З пишут, по-моему. Погнали, короче, куда-нибудь, может, сходим? Или... Давайте, да. Я вот уже еду вроде как. Я здесь. Среди теней. У меня танк идет. Там гелики 4, 5. То есть их много. Зачем ему столько? Я. Что ты? Ой, там маслинги у меня. Тут а эти пацаны здесь бункеров нет. Блин, я не возвращаюсь, у меня так далеко. Да, 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 возвращайся. Так, дронов настроил. Чё-то линги тут без мобов выходят, ой-ой-ой. Чё-то много здесь людей. Ребята, нужна помощь. Нам тоже. Чё тут реально геликов дома. Ладно, у вас там линги, вы отобьетесь с этими гидеонами. У нас тут реально очень много гидеонов. Я тут танк разложу на хэграунде, но вот... Серега, Серега, сталкеры, сталкеры идут! Да, вижу, я уже поздно, Паш. Сейчас, ладно, тут танк есть. Сейчас встретим их. Просто если они к ним пойдут, когда... Вот в чем беда. Дропнешь танк. Там, кстати, у тебя далеко не закрыто. Я специально открыл, чтобы... Там Blue Flame! Ой! Ну я выхожу, чем есть. Осторожно, осторожно, Дима, где-то. Я понимаю, ну там что делать? Ну, что-то тут лингов очень много как бы. То, что мы на одной базе. Надеюсь, это нормально, у них еще хуже. Блин, танк сталкеров моих разваливает. Да. Это жесткий. Может сплэшем, а может я потушу. Там сплэшем, сплэшем. Хорош. Миша ведь может. Да, кстати. Да ну как вы могли подумать? Вы же мои тиммейты. Давай идёте туда. Я не знаю, куда пойдем. Ну я сюда как бы иду вроде как. Пилончики, там дарки могут быть, вы танки потреть, что-то такое. О, да, дарки варпали, 100%. Лоу, где? Да, 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 вот тут пилон, когда убивали. Пенку вот, делай. Ваши союзники вступили в бой. Но их не было видно, или было видно, что не было? Было видно, у меня на хай-графике было видно, когда они типа отменились, понял? А, все, я помню, ну раз отменились, то я просто, что они же к нам бегут. Не-не-не-не. Извини, что я был испуган. Так, на те раз вот тут зашел вроде. Два дарка пытались там зайти. Блин, один спорт. Там просто моя спорка не доставала сюда. Нормально, потерял. Я здесь. Среди. На второй базе вот. Ваши союзники, союзников подверглись нападению.
Ваши союзники вступили в бой. Блин, на минку, блин, канулся. Пустота. Что? Месторождение минералов истощено. Союзники вступили в бой. Враг познает нашу ярость. Месторождение минералов истощено. Ваши союзники вступили в бой. Враг познает нашу ярость. Павел поставит. Ваши союзники вступили в бой. Прохладненько. Союзники вступили в бой. Я столкнулась с противником перворожденных. Ваши союзники вступили в бой. Да, вершитель. Перворожденные выстоят. Союзники вступили все, в бой. По-моему, уже экономики нет. Ваши союзники вступили в бой. Ну, этих я поднапрёк, но меня тут убили в итоге. Ваши союзники вступили в бой. Нифига, гидро подошли. А гидро 80 хп, ты понимаешь, так сыпать. Ваши союзники вступили в бой. А проучей даже сыпется. Ну там, смотри, Паш, эти минки. А, это касса, да? Угу. Это проверим. Ой, там танк. Танк. Захожу, захожу. Может, по мне попадет. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Я здесь. А база где? Среди теней. Пустота. Я здесь. Среди теней. Ваши союзники вступили в бой. Что они еще хотят тут сейчас? Вот как те с танками сидели. Че хоть танки были? Ваши союзники. Тирана же не было здесь. А, они в поисках тирана? Не, не был, был тиран. Был тиран. Танки еще тут убивают. Я просто ее ни разу за игру не увидел. Я, кстати, тоже что-то с левой стороны нет. Я тут с этими зергами. Ну ничего себе, гелионы к вам приезжали, вы их не видели, да? А, да, с хэпами. Это была другая игра, уже сразу было 10 минут назад. Какой профессионализм, Миша, ты что, не знаешь? Ой, муты сколько! О, ничего себе. Да, там много мута, действительно. Бега тут Теран, блин, настроился. Там зерка расстроилась на три базы. Ваши союзники вступили в бой. Мы едим. Я здесь, среди теней. А где мут-то куда он полетел? А, на броне. Ну где-то там. Лоба, да, он сталкер от него выпиливает. Союзники вступили. Месторождение минералов истощено.
Как мотов по крузерам работает? 0-0 грейда. Ух, почти выигрывает. Ну так, у тебя только 1-1, было бы у тебя 3-3. Да, это братка, но я знаю, что ботлей очень жестко мутит МТ. Да. О, хорошо помогу. Зарядит сейчас. О, нормально. Ну там, конечно, немало мутит. Ваши союзники вступили в бой. Там Рейнер просто этот пространственный прыжок делает, если что. Как компания. Воля там, по-моему, ролик. Я здесь, среди теней. Ваши союзники вступили в бой. О, нашел мои туретки. Что нам спасибо говорит? А, за то, что мы лучшие игроки. Так, нормально, да? Раз мы лучшие, это что он говорит? Ваши союзники вступили в бой. Приятно. Да. Так. Чё, пацаны, я то пойду к кланварчик, если там что-то неинтересно будет, приду к вам назад. Давай, давай. Все, да, отрубаюсь пока. Давай, давай. Счастливо. Так, пацаны. Так, короче, сейчас я стоп-старт, ребят, сделаю, через 90 секунд вернусь, сейчас кланвар будем смотреть. Стрэндж играет.